Удивительное свойство меда по достоинству оценили еще в древности. Он успешно выдержал тысячелетия испытаний на безвредность и сегодня считается одним из самых полезных и вкусных лекарств. Поэтому ярмарки, на которых представлена медовая продукция, ждут с нетерпением многие берестейцы. К тому же в преддверии новогодних и рождественских праздников – поры, когда необходимо найти подарки для всей семьи. Выставка-ярмарка «Модный базар с миром меда и здоровья», которая в эти дни работает в городе над Бугом, хороший помощник в выборе сладкого сюрприза на любой вкус. В широком ассортименте на экспозиции представлены башкирский, северокавказский, горный, белорусский и многие другие виды меда и продуктов пчеловодства, о пользе которых говорить не приходится. Ну, можно о медах рассказывать много, таких как лесной, луговой, разнотравица. Ну, вообще все меда полезны. Хочу отметить всем покупателям, которые к нам придут, запомните, что качество меда можно определить по первым трем пробам. Потом это будет просто сладкая, вкусная еда. Многие брещане о пользе меда знают не понаслышке, а потому являются постоянными клиентами пчеловодов. И на этой выставке уже побывали и пополнили свои медовые запасы на зиму и приобрели подарочные наборы для всей семьи. Меда захотелось. А в чем польза меда для вас лично? Мне лично? Ой, это же вообще супер. Вместо сахара на ночь хорошо по ложечку на сон грядущий. Вот укрепляет сон и нервную систему. На выставке меда мы не впервые. И каждый раз что-то берем обязательно. И сегодня то же самое. Взяли и меда, и восточные лакомства там наверху набрали. И набрали своим дочке, ну, в общем, все подарочки такие новогодние. Сладости – настоящий бренд практически любой восточной страны. На всех выставках, ярмарках товары из этих стран удивляют посетителей колоритностью и красочностью исполнения и радуют доступностью цен. В кинотеатре «Беларусь» берестейцы смогут пополнить свои продуктовые запасы халвой, рахат-лукумами или ореховыми деликатесами. У нас есть рахат-лукум, халва Турция, Иордания, Тунис, и есть российская азовская халва подсолнечная с разными наполнителями и арахисовая. Восточная халва, она идет, во-первых, кунжутная, это и вкусно, и полезно, а во-вторых, она идет более нежная. О пользе фитотерапии уже сказано и написано немало. Сочетание фитотерапии и употребление продукции пчеловодства приносит пользу для организма не мгновенно, зато без множественных побочных эффектов. Стоит только помнить о том, что любые лекарственные препараты, пусть и практически безвредные, необходимо принимать только под контролем лечащего врача и соблюдая установленные способы и дозы применения. На выставке ярмарки представлена продукция из Алтайского краевого фитоцентра, где разрабатываются травяные сборы, монотравочки, травы в отдельном виде, репешок, солянка, астрагал, сафора, клевер луговой, лапчатка белая, агарикус, рейши, такие вещи, которые люди ищут, где бы это приобрести, где это найти, вот, и приобрести по доступной цене на сегодняшний день. Отличное настроение, залог прекрасного самочувствия, зависит от множества факторов. Уютное и комфортное жилье занимает в этом списке одно из лидирующих мест. А потому берестейцев, которые только занимаются обустройством собственного жилища, приятно удивит ассортимент предметов интерьера, которые также можно приобрести на выставке-ярмарке. Уникальные изделия из оникса, бижутерия из медицинского сплава и роскошные постельные принадлежности. Разнообразие представленных товаров порадует даже самых взыскательных покупателей. Но стоит поторопиться. Выставка-ярмарка «Модный базар с миром меда и здоровья» в кинотеатре «Беларусь» продлится до 15 декабря.